Всем привет! Я снова вернулась с макияжем, но не пугайтесь, мужчины, это необычный макияж. Я думаю, мое превращение будет довольно-таки интересным для всех. Сегодня вы все будете частью эксперимента. Хотела сделать немножко другое превращение, но сегодня такая погода, нет солнца, ни хрена не видно в квартире. Я сижу буквально вот возле окна, и идея этого превращения пришла сама собой. Вот что мне понадобится: краска для лица и тела. Эти два варианта я брала в фикс-прайсе, надеюсь, мне этого количества хватит. В Ютере я еще брала вот такие вот спонжи, чтобы свои бьюти-блендеры не засирать. И, соответственно, пару кистей. Вообще, я их принесла сюда для другого превращения, но посмотрим, может быть, здесь тоже понадобятся они. Это как раз то, что вижу я. А это что видите вы? Давайте уже, наверное, начнем. Распаковала. Здесь даже спонж есть. Я только сейчас заметила. Кстати, она как-то с трудом отмывается. Да, она не очень хорошо отмывается с тела. А мне еще идти в магазин. Я боюсь, что придется идти в образе. Мне понадобится белый цвет. Я вот не помню, спонж нужно мочить или нет. Да, походу зря я его мочила, потому что он особо-то и не намок. Теперь попробуем. Ну, что-то видно, но мне кажется, что... Маловато будет! Можно было бы, кстати, использовать самый светлый, может быть, тональник, но у меня такового нет. Покрываем все лицо белым, если я не сказала. Мне вот даже интересно, что же у меня получится. Я вообще такое делаю первый раз. Мне уже нравится. Хорошо, что я живу не на первом этаже. Как вы думаете, что я делаю? Не досматривая до конца, оставьте предварительно комментарий, ваши мысли. Нужно брови закрасить получше. У меня не получается. Ну, в принципе, это и не страшно особо. Самый главный прикол. Данный образ особо не рассматривала. Как бы он у меня был под вопросом, но отпали все сомнения по поводу него, когда я эту картинку с этим лицом увидела на проезжающей машине вот буквально недавно. Если наносится неравномерно, как в моем случае, то это не страшно. Главное нанести, чтобы это был именно такой белый-белый цвет. Мне интересно вообще, как это смоется. Приступаем к другому этапу. Без зеркала, конечно, не очень клево. Ой, не знаю, что-то я за контур зашла. Что-то я сделала немножко не то. Откуда зеленый-то? Добровей. Мне кажется, вот эта губка не очень удобна. Попробую кистью. Да, кистью намного лучше. Берем зеленый цвет. И по волосам. Это сейчас голову придется мыть. Вечер, дамы и господа. Я заставлю карандаш исчезнуть. Та-дам! Ты спятил? Нет, вовсе нет. Бэтмен, ты мне так осточертел. Я хочу тебя убить. Зачем ты хочешь убить меня? Хочешь знать? Почему я использую нож? Пистолет слишком быстро. Не успеваешь насладиться. Никто не паникует, когда все идет согласно плану. Даже если план чудовищен. Ну вот и все. Мое превращение подошло к концу. Я надеюсь, вам было не скучно со мной. Надеюсь, было интересно. И вы, может быть, тоже возьмете такой образ на заметку для Хэллоуин. А я с вами не прощаюсь. До встречи в следующем видео и пока-пока. Итак, компания у нас маленькая, но у нас огромный потенциал для энергичного расширения.
Так кто из вас, господа, хочет присоединиться к нашей команде?